Как вы считаете, чи є у вас какая-то информация, что Лукашенко для себя какого-то наследника престола, может сина своего сына готовит в информационном смысле, какая операция приемник есть в Беларуси? Uh, вот вы знаете, он очень долго готовил, да? uh, очень долго это выстраивал, uh, даже шпица подрастил на всякий случай, если Коля не пройдет, то за шпица проголосуют. Uh, но тут знаете как, uh, проблемка в том, что Сейчас уже, сейчас уже, он не знает, как ноги самому унести. То есть никакой преемник не обеспечит возврат контроля для Лукашенко над страной. Насколько я понимаю, сейчас его главная задача, как там у Филатова, да, а твоя сейчас задача на кладбище не попасть. Вот у него сейчас задача каким-то образом унести ноги из этой ситуации, а уносить ноги некуда. Некуда закрылись последние возможности. Арабский мир тоже не хочет. Смотрите, Китай не хочет, Китай не хочет с ним связываться больше. Заметьте, вот Китай, который, если раньше они считали всегда, что он будет пророссийским до упора и никогда не, 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 как это сказать, не выступит на стороне Запада. Но Китай, будучи прагматичным, понимает, что репутационные потери настолько велики, если иметь дело с вот этими персонажами, что даже Китай и тот, э, оказывается, в этой войне против этой войны. Вот и мы видим, что не поддерживают они кремлевские все эти заходы и, и лукашенковские. Поэтому сейчас задача для лукашенко это найти а, себе какую-то тихую гавань, а, иска... а ее же не найти сейчас в современном мире с современными технологиями. Поэтому а, условно отдать Колю на заклание вот так, но не до такой степени, что он уже изверг. Все-таки это же сын, все-таки все, -таки, все -таки сын. Вот, поэтому нет, я не... сейчас уже про преемника, как вам сказать, в... очень далеко отошел этот вопрос сейчас на задний план. Очень далеко для Лукашенко. Для него гораздо более есть вот насущные вещи. Это найти, как, как, как вырваться из этой ситуации. Весь вот пытаются через э, ооновские вот эти вот заходы по э, разблокированию калийки изображать из себя спасителей человечества от голода сейчас будут.